Теперь вот расскажите, пожалуйста, вот о вот этой вот подушечке для ног, она считается, да? Балансировочная подушка. Балансировочная подушечка тренирует вестибулярный аппарат, расслабляет нервную систему, укрепляет позвоночник, улучшает осанку. Если вы на ней будете минут 20 стоять, такое ощущение, как будто вы 100 раз присели. Во-первых, мышцы спины укрепляются. Угу. Также можно такие упражнения делать. Рекомендует наш доктор Сергей Чечель. Он мануальный терапевт и ортопед. А давайте на мне попробуем. Давайте. И также можно на нем сидеть. И сидеть. Посидели за компьютером, сели на подушечку. И как бы... Мышцы спины не затекают. Да, какие-то, если, например, вяжете, вышиваете. Также, вот да, блогеры, мы за компьютером сидим часами. Вот для нас. Сейчас я буду... Ощущения ваши. Массаж стопы идет очень хорошо для у кого, если плоскостопие поперечное, продольное. Отечь. Я не страдаю, но вот деформация. Деформация. Идет напряг на коленные суставы. Вот смотрите, вы стоите, во-первых, икроножная мышца напрягается, идет кровообращение. Спинка. Чтобы стоять ровно, вы хотите стоять ровно. Ну, как бы вы выпрямляете спинку, и у вас получается, видите, осанка улучшается. Ну, укрепляется, да, позвоночник. Вот мышцы спины. Нужно, мы сидим за компьютером очень часто, да? Да, да, она, да. Но да. Она не двигается. Да? Она не двигается. Самим она можно передвигать. Да. Ну да. Потом можно также на ней сидеть и балансироваться. Ой. Да. Это не с привычки. Ну, очень, знаете, хорошо. На стопы, особенно у кого пяточная шпора. Пяточная шпора, это профилактика. Отлично. Как вам ножки? Отлично, очень понравилось. Вообще шикарно. Покажите меня в лицо, а потом не будут верить, что это я стою здесь. Что классно. И вот она вещь. Отлично. Ой, падаем. Все. Так, а вот вы присядьте. Знаете, только надо присесть на какой-нибудь стул. Я вам сейчас стул дам. Сейчас, секундочку. Вот. И можете ножки поднять и вот так побалансироваться. Только не упадите. А это вообще... Да. Нет, это... Вот, это для нас, кто мы сидим... Пожалуйста, приходите. Кто мы сидим за компьютером, вот это действительно нужная, да, вещь. Вы не только, когда вот устали, вы сразу же садитесь на нее, когда начинаете работать за компьютером. Так она и на ягодичные мышцы... Очень хорошо. На позвонок идет очень, да, хорошо. Спина. И как бы хочется выпрямить, да, вот, как бы, грудь вперед. Да. Мышцы спины не затекают. И нет, если у кого-то проблемы с копчиком, естественно, можно вот, ну, долго... У кого геморроидальные шишки, вот эта подушка, это отличная вещь. Да. Вот минут тоже 20 посидели, даже вот в дорогу, когда тоже очень хорошо, когда долго человек сидит, устает. И сколько эта подушка? 1890 рублей. 1890. Сюда.